На еженедельном оперативном совещании в администрации городского округа подвели итоги минувшей недели. Руководители управления и ведомств отчитались главе округа в проделанной работе. На прошлой неделе жители городского округа 1500 раз обращались за помощью в полицию. Возбуждено 24 уголовных дела, 22 преступления раскрыто по горячим следам. Из резонанса преступлений на той неделе было убийство на улице Колхозной, на съемной квартире. Граждане, которые там снимали, не поделили пьяный скандал. То есть лица задержаны. Следственный комитет проводит проверку в порядке возбуждения уголовного дела по убийству. Одна из главных тем минувшей недели – снегопады, обрушившиеся на московский регион. Для устранения последствий во дворах было привлечено 198 единиц спецтехники, задействовано 1335 человек, использовано более 12 тонн противогололедных материалов, из дворов вывезено 980 кубометров снега. Во время прошедших снегопадов управляющими компаниями были приняты меры, задействованы все силы для приведения территории в нормативное состояние. Однако стоит отметить, что управляющая компания «Комфорт» ЖК «Берелецкий» должным образом не справилась со своими обязанностями и не приняла меры по их качеству работы. На протяжении данного времени отмечались нарушения некачественного содержания территории. К сожалению, до настоящего времени замечания не устранены. Приводили в порядок и городские улицы. Дорожники работали в круглосуточном режиме. Для беспрепятственного проезда спецтехники привлекались наряды ГИБДД. За несколько дней с городских улиц вывезено более 1500 кубометров снега. Сейчас ожидается несколько дней без снегопадов, потом опять снегопады, оттепели к концу недели. Поэтому нужно подтянуться и привести в порядок всю дорожную сеть. Глава округа поручил уделить особое внимание расчистке от снега обочин и эстакад. Это поможет избежать дорожных заторов и аварий. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.